Добрый день, дорогие друзья! Мы неоднократно говорили в наших фильмах, в нашем диалоге о таком неприятном явлении, как двоение, диплопия. Огромное количество людей, но в основном это взрослые и дети в том числе, если есть элементы косоглазия, приходят жалобы на двоение. Что касается двоения, возникающего у взрослых, то в подавляющем проценте 90% их так и не получает эффективного лечения, то есть ликвидации самого эффекта двоения, самой этой жалобы. Люди приходят, маются, годами ходят по больницам, по научно-исследовательским институтам, и никто не в состоянии помочь, хотя можно помочь в течение 15 минут, элементарно. Огромное количество обращений к нам идет и на сайт, и по ютубовской линии. То речь идет о чем? Как помочь реально? Ну, прежде всего, диплопия, двоение, она может быть монокулярная, когда мы закрываем один глаз и спрашиваем, двоится? Двоится. Стало быть, это такая проблема в основном это в глазу. А если при двух открытых глазах мы смотрим, там тестируем, и человек говорит, именно при двух открытых глазах двоится, это уже, скорее всего, мозговая функция. Это может быть, прежде всего, чаще всего, это сосудистая проблема, вдруг ни с того, ни с сего, казалось бы. Это может быть парез или паралич, вследствие причин много, наружных прямых мышц глаза, появление гетерофории, то есть скрытого косоглазия, то есть причин много. О них неоднократно я говорил в своих ютубовских фильмах и на уроках домашнего университета доктора Демского, а также в разделе на сайте, в разделе «Пациенту и врачу». Я приглашаю вернуться к этим фильмам, к этим урокам, и многое вы подчеркнете и увидите, каким образом помочь пациенту при двоении. Я могу только привести ряд фильмов, которые мы создали. Это «Двоение. Нужны ли медикаменты?» Очень интересный фильм. «Как убрать двоение призмами?» Как убрать двоение очками? Вообще двоение, диплопия, что это такое? Почему мы прикрываем один глаз? Принципы лечения. И многие, это название фильмов. Посмотрите их. Но сейчас наша встреча сегодня, это как помочь конкретно пациенту. Вот у меня сейчас был из Екатеринбурга пациент. Как помочь моментально ему, чтобы он просто вышел от меня, и диплопия исчезла. Делается это путем очень просто. Внедрением в оптике призмы. Применение призмы, закон физики. То есть мы должны так поставить призму перед глазом, что исчезнет двоение. Мы направим за счет призматического эффекта, направим объект, на который смотрит человек, через левый и правый глаз, и мозг примет как одно изображение. Здесь призматическая коррекция. Великие ученые страны Эдуард Сергеевич Аветисов, знаменитый оптометрист Юрий Захарович Розенблюм, это ученый с мировым именем Московского научно-исследовательского института глазных болезней имени Гельмгольца, прекраснейший специалист, известнейший в мире специалист в области косоглазия Тамара Павловна Кащенко, профессор, доктор медицинских наук. Она сейчас перешла в Федоровский центр, там работает. Их трудами создана методичка, методические рекомендации по применению призматических элементов очковой коррекции. 85-й год. Демонстрирую. Потеряла актуальность? Нет, конечно. Врачи это знают? Не знают. Знает, может быть, 1% из всех офтальмологов стран. Неважно, какая страна. Но не более 1%, к сожалению. Значит, первое, что нужно сделать. Если у вас нет призм, то это достичь можно путем просто децентрирования очковых стекол. Мы берем и децентрируем. Либо к носу смещаем центры, либо смещаем к виску. Детальнейшим образом всю технологию я писал на своих уроках и на сайте. На сайте и в ютубовском фильме. Помните это, что это очень просто. Взяли и сдецентрировали, и двоение прошло, или уменьшилось. Если оно осталось, то тогда применяются призмы, американские призмы Френеля. Как их применять? Детальнейшим образом я все это описал, кроме труда великих ученых, я сделал по их просьбе прекрасный материал на своем сайте «Призматическая коррекция».
Это сделал я для того, чтобы обучать врачей. Поэтому я обучаю, делаю, провожу мастер-классы по обучению. И многие ученые, многие врачи уже побывали, получили знания, в частности, по применению американских призм Френеля. Вот перед вами это германская призма Френеля, тоненькая. Она вырезается и клеится на очковое стекло. И диплопия двоения пропадает в секунду. Все остальное приглашаю на сайт и в ютубовские фильмы. Благодарю за внимание.